Мы уезжали и увозили Левиса в Эстонию. И дома оставались еще два мальчика. Лиуксус и Лео. И вот, когда мы пришли, мы увидели вот такой порядок, который собачки залезли в большую комнату и нашли книжку. И книжку выбрали по теме, как растить маленьких щенков. И вот читали книжку. В результате мы видим такой порядок. Вот. Такой беспорядок, который они здесь навели. Ну, а теперь вот. Получили любимую капусту. Получили любимую капусту, да. Сейчас щенков остались двое. И ждут своих хозяев. Это вот кушает капусту Лео. А вот это... Люксус ушел кушать капусточку. Мама им не мешала хулиганить. Мама уже не воспитывает детей. Мало того, мама тоже пришла с какой-то едой в зубах. Вот она держит во рту какую-то блин. Еду. Покажи, что у тебя там. Блин. Покажи, блин. Вот, покажи, блин. Вот такой вот блин. Вот. Вот она приходит таким образом. Злитых. Сюда. И показывает детям, что вот у нее есть блин. Не знаю, чему она учит таким образом детей. Но вот такая у нас мама. Ой, я же завалила. Ну вот осталось двое мальчиков, а было четыре.